Проблемы стареющего населения Европы, как сделать энергетику более эффективной, актуальной в медицине и экологии. Вопросы, которые обсуждали в Бресте ученые, входят в программу инициативы «Восточное партнерство». «Горизонт 2020» — это возможность работать вместе. Площадка, где специалисты могут заниматься общими проектами. Например, «Супертвин» разработали белорусские физики с коллегами из Швейцарии, Франции, Нидерландов. Это современный микроскоп для исследования вирусов. Метод работает за счет специального освещения и благодаря лучшему разрешению распознает даже мельчайшие частицы бактерий. Такие экспериментальные решения, в том числе и в оборудовании, дешево не стоят. Помогают гранты сразу нескольких стран. Мы хотим, чтобы наши ученые были интегрированы в мировые, европейские и мировые цепочки получения знаний. Мы хотим, чтобы из-за того, что наши ученые интегрированы и конкурентоспособны, результаты их деятельности лучше акцептировались, лучше адаптировались нашей промышленностью, нашим здравоохранением, нашей социальной сферой. Программа «Горизонт-2020» рассчитана на 7 лет. Общий бюджет составит 80 миллиардов евро. Поучаствовать может каждый. Ученая степень имеет значение. На семинарах и тренингах рассказывают, как выдержать конкуренцию. Она, к слову, высокая. Но если проект интересен, он получает максимальное продвижение сразу в нескольких странах.